И всем привет, и подписчики моего канала, с вами Паша 437. Сегодня у нас Medal of Honor на PlayStation 1. Сегодня у нас давно не соскучились по этой игре. И поехали. Good morning, Lieutenant. I'm Colonel. Да, это игра, которую я в детстве играл. Вот. Ну, еще я играл в Underground. Ну не, Underground будет потом, завтра. Сейчас уже ночь будет скоро. Сейчас вот погоняемся. Он все равно лезет. О, чё ты? Давайте будет у меня... Почему у меня слой зеленый? Потому что в Underground будет красный. А в этой версии будет... А в этой части будет... В этой части будет зеленый. Ах ты, блин. Сейчас я, блин, получаю. Я сейчас играю... Я не знаю почему-то. Я играю на Xbox 360 контроллере. Я хотел вам еще фокус показать сейчас. Ну я вот играю вот в таком вот джойстике, потому что в этой джойстике это прикольная вещь, да. Если вы любите этот джойстик, то поставьте лайки. И напишите комментарий все об этом. Короче, мы продолжаем. Сейчас. Короче, мы продолжаем. Поехали. Да, не буду пока взрывать эти болванских штучек. Да. Ну, блин, а второй миссии это сложно. Ну там есть еще игры до этого. Ну, Medal of Honor, про войну там всяких. Что, сижу, часто сижу, да, вообще. Че, блин, пока. Да блин! На, получай. Тут еще. Хоть пилот лобок какой-то. Ты, блин. Ты что, сейчас движу? Катался, блин. Опять ты. Что? Да блин, у меня все патроны закончились. Что все это, мне не патроны не кончились. Это про войну, про Medal of Honor первой части на PlayStation 1. Ты куда побежал, алло, я тебе что? Боюсь, что ли? Он боится меня, наверное. Вот почему убегает. А ты что встал как копный? А что ты встал как копный? Пушечка у меня какая. Это не автомат, а винтовка какая-то, блин, райф. Пушку возьми. А, не, все по-моему. Где? Ладно, первый левел прошу я, окей. Сколько минут снимаем? 4, окей.
Ладно, сохраниться не будем, попробуем туда пройти. Вот там я не потерял войну, как я же прошу. Так, вот мы продолжаем. Я и забыл. Господи, господи, где? Ага, ладно, хорошо. Ты помри ты, господи. Давайте будем проходить так же. Не надо мне с автомата стрелять. Вот пушку взяли. Да блин, мне все патроны. Да блин, у меня все патроны закончились. А, да, во, у меня автомат. Ну, я и забыл, что можно радио нужно застрелить. Стой на месте, блин, пока не расстреляю, блин. А у меня есть патроны? Фиг, ноль патронов. Я фиг здесь, где найду русские. Господи, да ты что стреляешь-то? Стой ты на месте. Сначала надо радио где-то. Блин, да кто-то мне стреляет, блин. Автоматом, блин. Картина. Я радио тут тоже замочил, слышал. Смотрите, ночь какая красивая. Посмотрите, ночь какая красивая. Видите там вот этой мышечки, вот там точки, вот эти, которые ночью. Да блин, у меня патрон должен быть, о господи, все. Окей, все, прошел. Так, еще, ну, короче, мы размочили радио. Я и забыл, что нужно радио там. Да блин, да у меня все патроны закончатся, блин, не помните? Это за то, что ты меня убил. Я в прошлом видосике играл. Тихо. Тихо. Что-то за парень какой-то. Ты можешь русский язык подучить, а то я испанский не понимаю. Не, американцы какие-то. Только не говори, что с автоматом. Он с автоматом бегает. Подожди, я пушку взял? Нет, нет. У меня ж пушка была, я видел, у меня в руке была. Ой. Да как ты не умер-то, господи. У меня в этой пушке много патронов, а в этой пистолетке автоматку тоже. На мало патронов. Блин, как-то. Сейчас сколько патронов? Вот, блин, сейчас 10 патронов. 14. Да господи, ты на меня-то стреляешь. С автомата. Так да господи, да кто меня стреляет-то с автомата? А, вот и наверху, что ли, кто-то стреляет? Ты что, офигел? Просто сел, стоит и целится. Ну, тут... Ему все равно, что здесь происходит. Вот меня все стреляют от меня. Блин, стреляешь-то, ну? Говори ты. Так, мы проходим. Так, вот здесь надо по гранату поиспользовать. О, господи! Я чуть не... У меня чуть это... Да, пацаны, давно не проиграли про Medal of Honor, но там есть и другие игры про Medal of Honor.
Или по-русскому называется медаль за отвагу. Блин, да кто мне стреляет с этого автомата? Увидишь меня плечи, нафиг ты меня убьет. Да кто это мне стреляет? Кто? Кто может убить меня? Да кто? Где? А вот. Вверху. Вот он, блин, падает. Я бы на джойстике, блин. Ой, ну блин, у меня есть игра про Крэша, третья часть, на телефоне. На эмуляторе PlayStation 1. Да, это понятно. Да, чтобы вот эти взорвать вот эти. Ну если там увидите какие-то коробки, надо взять гранату и просто кинуть на их на джойстике. Если вы. Да кто? Где я стреляю? Блин, у меня так плохо посижу, я заходился. Помощишку прям поискать надо. А кто? А вот он. Да стреляй ты, господи. Стреляй, что? Всё, пострелял. В этой миссии это... Блин! Ах ты, блин. Собачка. Давай. Давай, бедного енота не надо убивать, как у людей. Что это за парень нарушенный? Ага, смотри, патроны, окей. Сейчас мы будем с этой автоматки ходить. Ты что, хочешь мне пострелять с автомата, что ли? Блин! То я бы тебе пострелял потом. Да. Сейчас мы дойдем скоро. Да вы не видите, господи, что это меня тут все стреляют? Собака выдрона. Офигеть вы какие живучие! Ну иди сюда, что ты стоишь-то? Первая мировая война, блин. Еще один как будто балкон. Стреляй, господи, я сейчас только гранатки использую, сейчас я не пизду. А! Ух ты! Чувак, как он взорвался. Попробуй быть согнал, чего вот это взорвал. Господи, сейчас я помогу скоро, наверное. Ой, блин, кто мне стреляет? Автоматом. Это какие-то болваны с винтовками бегают. Господи. Да господи, стреляй! Стреляй. Молодец. Цена попросила на первой части. На, тебе прямо в ногу. На. Мы что же все выполнили, нет? Че? Че нет? Еще один болван. Кто-то еще не выпал. Блин, там еще что солдаты надо выпить. А что, все что ли? Да уже все, пацаны. Ладно, друзья, давайте завтра будем продолжать. Но если мы дойдем до самого конца. Фух, наконец-то прошли. Для начала надо карту памяти там все сделать тогда. А потом мы вернемся. Блин, что-то у меня игра не сохраняет эту карту памяти. Блин, ничего не сохраняет этот эмулятор. То, что придется игре нормально. Применить. Так, с... Так, где моя буква П? Давайте сохраняться, а завтра будем продолжать. Ну если я завтра пройду первый левел и вторую тоже. Так что я в это детство играл и в Underground. Да, Sand. Как будто это листок бумаги. Листок из тетрадки. Мне его
Там написано не вынимать карту памяти. Окей. Игра сохранена. Хорошо, спасибо. Ну ладно, друзья, давайте завтра будем продолжать. Сейчас мы все уберем. А завтра будем продолжать опять мировую войну. Вот это мировая война. Ладно, друзья, давайте завтра будем продолжать, а потом... А увидеть потом в следующих сериях. Если кому понравилась эта серия, не забудь написать в комментариях. Чего вы, болваны, заткнитесь. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем до встречи. И всем пока. Короче, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ссылка будет в описании под Medal of Honor на PlayStation 1. И всем до встречи, всем пока. Увидимся в другой серии.